Из сегодняшней повестки мы хотели бы отметить один законопроект, которым пытаются внести изменения в закон, предоставляющий детям-сиротам внеочередное право на получение жилья после окончания пребывания в детских домах. Мы считаем этот законопроект абсолютно неправильным. Мы считаем несправедливым изменение действующего порядка обеспечения детей-сирот жильем, потому что действующий порядок предполагает выделение жилья детям вне очереди. И с определенными сложностями, но этот порядок действует, и выпускники детских домов жилье получают. Законопроект предполагает, что будет создан некий специальный фонд, из которого детям-сиротам должны будут в порядке льготной очереди предоставлять жилье. Но что такое льготная очередь? В ней тоже можно стоять годами. И мы очень опасаемся, что если этот законопроект будет принят, то дети останутся без жилья. В принципе, мы поддерживаем позицию, что этот законопроект надо передать, вернуть во второе чтение и дорабатывать. Вот если такая Дума займет такую позицию, то мы ее поддержим. Если же этот законопроект будет пытаться принять во втором или в третьем чтении, то мы будем голосовать против. Спасибо.